Ну, уж очень красивая в этом году удалась. Мы ее украсили лампочками. Есть маленькие лампочки, такие еле-еле светятся, а есть лампочки большие, сильно светятся. А еще на ней есть шарики и очень много всякого дождика. И не надо как эти штучки назвать, такие гирляндочки красивые. Вот. И на стенах тоже у нас красиво. Мы все такое обвешали. Я могу включить свет. Есть смысл? Чтобы было видно, как красиво. Давай на свету еще снимем тоже. Потому что ничего. Вот. Да. Пусть будет видно. Давай. А вот теперь свет. Это наш. Да будет свет. Это наш living room. Это Инна на меня сейчас направила зачем-то. Ну, пусть будет. Вот. Ну так у нас все очень красиво. И нарядно, и все в гирляндочках. Мы даже картины обернули гирляндочками, но в силу критики снизу. Мы картины сняли. Ну, ничего страшного. А где наша мама? Мамочка, а как же ты будешь своим дедушкой, когда мы на съемку идем? А. Я сейчас буду звонить дедушке в больницу, потому что он болеет у нас. Это она мне подсказала. Но я тебе хочу сказать, что мы очень... Это шримпы, шримпы, это шримпы. Да, значит шримпы. А вот сзади, сзади нас продают свежего салмона. Ты хочешь его чистить или что ты хочешь с ним делать? Нет, я их кушать хочу. Уже готовенько. Ну, для свежей рыбки, которая только что выловлена. Канадский доллар. Они же живут на Канаде. Они живут, это 3,50 наши. Тоже продают. У нас такого даже нет. Куда? What about American dollars? I got the conversion. Okay. You got time to get rid of the first credit? You're from the States? Can you cut the head? We can just start to work with health preparation. That's a lot. Oh, okay. Otherwise, everybody would be out here on a sunny day, staking them up with all the flies around. Okay. Thank you. How much for the link cut? $3 a pound. $3 a pound. Good boy. Charlie. Я его привожу к общему знаменателю. Ничего такого нету. Так, здесь. Тихо, тихо, тихо. А здесь есть. Раз есть, значит, ну, сиди. Сиди, я сказал! Все. Засняла, как мы с ним глазки? Все. Вот подушкой. Айди тебе животик потеша. А я тебе животик потеша. Только ты ходёшь. Только ты маленький. Только ты не кусайся. И не кусайся на ходушке.
Не можешь на меня кусаться. Давай я тебе жилу тебе почешу. Да, значит, день рождения бывает раз в году. А песню никто не спел. Надо написать 1 мая. Надо 1 мая. Вот давайте песенку спой, надо тортик. Надо, да, и сказать. Играем. А почему? Она очень классная песня. Здесь я тебе скажу, что там, знаешь, а нам не нравится, вот тогда мне не нравится. Все нравится. Как там? Там среди компаса бегают без воды. И на побабами закаты словно кровь. Но однажды утром, после канонады, после страшной битвы возвращался он домой. Стройная фигурка, цвета шоколада, помахала с берега рукой. Смотрю, как люди приходят, как люди уходят, с вами или в обиде я иду по дороге, надо глядеть.